Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 3 Тройки. У нас продолжение прохождения игры Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. Восьмая часть, Цитадель. Ну что же, вперед. Так. Ну, я так понимаю, сюда. Что ничего просто здесь не бывает. Ты загляни, я подожду. Жди тут. Салли, все чисто. Залезай. Да, друзья, это Сирия. Сейчас Сирия охвачена войной. Когда я первый раз проходил игру, это был 2012 год. Или 2011. Ну, в общем, тогда, когда она вышла. По-моему, намеков таких не было, что там вообще война была. Хотя какие-то конфликты уже были. Эй, помоги открыть. Эй. Мы же не знаем, что по ту сторону. Да. И точно. Что ты предлагаешь? Блин, а? Да вы шутите опять. Я перелезу. Проверю, что там. Ладно. Да ладно. Эй! Ты цел? Да. Да пипец. Маньяк какой-то. Черт, уже? Вас тут не хватало. Попался! Ох, нифига, нифига. Нет. Он убит. Блин, еще и подорвали, нафиг. Черт, уже? Вас тут не хватало. Оп. Готов. Зарядка-то. Кто стреляет? А, вон он. Нет. Все кончено. Так нечестно, у вас автомата Калашникова. Так, ладно, а теперь мы поговорим. Прикончите его! Кто стрелял? Еще кто-то есть, по-моему. Давай! Чисто! Чисто. Где тебя носило? Да так. Автомат. О, да. Ну-ка, помоги. Так, стоп. Давайте мы сначала вот соберем все добро. Так, я думаю, что все. Ладно, давайте теперь крутить. Барабан.
Поехали. Давай, сюда. Надо спешить. Замок. Что-то у нас есть-то вообще. Стоп, 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 стоп. Опускай. Салли так не видя, прям меня опустил. Да, есть вообще... там что? Подожди, я посмотрю. Так, давай залезем. А? А того я грохнул, нет? Так, это Салли спустился, нет? Что происходит-то, а? Теперь вылезти-то отсюда. Есть. Нет. Нейт, сюда! Я отстрелю замок. Так, давай. Блин, ну ты смелый. Да что ж такое? Салли, помоги! Тут полно агентов. Волнуюсь я за Хлою и Каттера. Где они могут быть? Блин, представляете, сейчас вот на сегодняшний момент все это разрушено. Жестко. Так, нет, это он здесь был. Давайте смотреть, куда мы можем пойти. Так. Давай надо наверх, мне кажется, залезть. Вот здесь можно. Ага, сейчас. Дед, может, подсадишь, нет? Нет, ладно. Что за черт? Почему вы не во Франции? Вас спасаем. От чего? Боялись, вас поймали. Или хуже. Но почему? Ну, Толбот подкараулил нас в замке. Он ждал нас. Мы думали, что и вас выследили. Ну, они тут, рядом. Ну, ясное дело. Так что лучше не привлекать внимание. Что у вас случилось? Мы сутки не можем с вами связаться. О, забыл денег на телефон кинуть. У тебя авансовый тариф? Ну да, контракты — это же грабеж. Что, мой сломался? Опять? Ладно, проехали. Ты не представляешь, что мы нашли. Тут все записано.
У Элизабет в Сирии не просто шпионы. Все эти люди — члены некоего герметического тайного общества. Британская оккультная служба, Школа Ночи, Клуб Адского Огня, Орден Золотой Зари — все они связаны. Так Джон Ди? И Фрэнсис Уолсингем, и Уолтер Релли, и даже твой Дрейк — они все оттуда. Их интересовала власть. Контроль над врагами посредством шпионажа, обмана, страха. Эй, парни! Так, так, погоди. Так Марлоу и ее люди? Все тот же тайный орден. Ему уже 4 века. Сейчас есть дела поважнее. Да, надо уходить отсюда. Да, да. Вот, смотри. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Что наверху, то и внизу. И это ключ ко всему. Нам надо на самый верх этого замка. Ха. Вот и лестница. Отлично. Это поможет нам найти путь в гробницу. Вход наверняка где-то здесь. Самая высокая башня. Значит, надо просто перейти. О, черт, проклятие. Ложись. Что теперь? Это единственный путь к башне. Ну-ну. Вообще-то собирались по-тихому. И что? Нельзя отступать! Да, цель близка. Попробуем обойти их. Они здесь. Надо только найти их. Пусть Каттер только попадется. Ух ты, блин. На том свете. Толбот прикончил их во Франции. Я, конечно, возьму это, но сначала... Конец. Берегитесь! Отстрелят здесь, нафиг. Кто следующий? Откуда стрельба? Так, ну вот теперь можно брать пушку. Тема. Слушайте, да у них такое же оружие, нифига. Они сильно будут, а? У подножия башни есть вход. Идем наверх, посмотрим, что там. Ну вот, ворота. Чарли, поможешь? Давай. Ну что? Ага, чисто. Есть! Все, опускай. Так, прикол. Опять шли загадки. Пошли, за мной. Так, здесь бойница. Зачем здесь столько оружия? Так, стоп. Не совсем понятно. Стоп, сокровище. Вот, наверх. Наверх. О, блин! Гнида, а!
Сэра! Да, твою мать, а! Баба! Какие-то новые дебилы, а? Нет! Самое главное, в баллон не попасть. Осторожно! Черт! Что за тупица? Тяжело, смотрите. Да, старик вообще непробиваемый. Ё-моё. Давай, давай. Ты пипец. Казалось, это лазерные лучи были. Да, это были лазерные лучи. Прыгаем-то. Бабах. Естественно, выгнался-то, а. Что, заново шли все? Брейк, не выдаешь. Опять стреляют, а? Позволь. Понять, куда вообще идти. А, вот все. Черт подери! Пытаюсь. Сейчас все сделаем.
Так. Нужная штука. О-хо-хо-хо. С таким усилителем. Спасибо. Спасибо. Ты нас спас. Оп-оп-оп-оп-оп. Можно было и в них выстрелить. Тупо. Так. Теперь надо смотреть, что тут. Тут дверь. Стоп. Охренеть. Куда ты? Ты не то взял, мать твою. Свое оружие просрал, пипец. А, не... да, просрал. Ладно, калашников так калашников. Давайте мы сначала наберем патрончиков. Оп-оп-оп. Так. Неплохо. Ну что, наверх, к двери. Слушай, я все понимаю, но что ты тут встал-то? Так, нам на ту сторону. Сюда, наверх. Сюда. Эй, прикрывайте нас. Только побыстрей, ладно? Мы тут как на ладони. Смотровая площадка. То вверху, то и внизу, да? Воу-воу-воу. Стоянка. А, слушайте, вообще на смотровую площадку надо залезть, чё? Вот, глянь, видишь? Что наверху, то и внизу. Да, мы там, где надо. Да, но что дальше-то? Наверняка вход в гробницу спрятан где-то на виду. Погоди-ка. Вот, смотри. На карте Дрейка тот же символ. А рядом, вот. Малая медведица, полярная звезда. Неподвижная точка на небе. Значит, если идти к замку... Она и укажет на тайный ход. Дай-ка. Да. Только верни. Смотри в телескоп. Так. Да, да. От звезды полярной. Слушай, отдавай телескоп. Я сам найду. Он мне нужен. Ну давай, давай, смотри. Так, понятно.
Значит, ищем полярную звезду. Угу. Так, большая медведя, медведица, маленькая медведица, малая медведица. Так, давайте смотреть. Вот большая, а вот малая. И, соответственно, замок. Да блин, что ты делаешь-то, ё-моё? Или два. Так, вот я нашел звезды. Так, а теперь ищем вход. Должен быть прямо под полярной звездой. Вон там. Подумать только, на самом виду. Ребят. Эй, минутку. Неужели все так просто? Нейт! Берегись! Ложись! Бегите! А, черт! Ну давайте, шевелитесь! Да ладно, блин! Вы что, совсем больные? Они тут все разнесут! Вперед! Зря только патроны потратил. Вон там трос! Можно по нему съехать! Только придется сначала этих заткнуть! Поберегись! Чего? После них тут камня на камне не останется! Никак не сдаются! Откуда стрельба? Ах ты гнида, а? Надо уходить, скорей! Так, давайте возьмем все-таки. Готовы? Поехали! Есть! Все чисто! На трон! Ну, давай, Нейт, давай! Пошли, ну, ну! Приехали, блин. Блин, маленького оружия нету. Ай, ё-моё, винтовки вообще никакой нету. Потерял. Где они? Эй, эй! Мы здесь! Все нормально? Ага. Поищем обходной путь. Ждите. Осторожно. Черт! Эй, эй, смотри! Они перелезли. Это башня. Через стену. А Салли и Хлоя? Не парься. Найти их. Смотри, смотри, смотри. Вон она. Нам надо туда. Нет, лучше не... Ну куда он? Класс. Блин, стрелять нечем, а? Лучше не шуметь. Найти их. Отлично. Давай, давай, давай.
покойник! Так, вот и все. Тихо, не получилось. Ой, блин. Патроны. Блин. 4 патрона, да, патроны. Да сколько можно по тебе стрелять, тварь? Ай, блин! Рановато будет. Точнее, поздновато. Это с терминатором вообще. Шалера! Разойдись! Один патрон, один патрон. У него кончились патроны! Так, все. Ложись! Где еще? Да, совсем тут. Так, ну, полегче теперь будет. Круто! Пистолет возьмем. Тут бойницы были. Так, ну что ж, к башне. Давай, сюда. Ладно. И чего дальше? Так. Оттас. Так, символ. Так, ладно. Может, там по стене можно залезть? Так. О. Это... Да, оу. Было бы слишком просто. Стоп, стоп, стоп. Здесь же не всегда была кладовая. Нет, 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 нет. Мы что-то проглядели. Эй, постой, постой. Статуи, видишь? Рука вверх, другая вниз. Да. Смотри, наверху, внизу.
повторяется одна и та же тема. Значит, придется искать дальше? Ну да, похоже на то. Дай-ка телескоп. Держи. Спасибо. Так, что мы ищем? Это что? Забыли текстуру вставить. Так, подождите. Может, подгрузится? Да вы шутите нахрен. Чё за хрень? Так, ладно. Да, ребят, это действительно глюк. Давайте встанем на солнышко. Эй! Опять этот символ. Может, в этот раз не на небе, а где-то внизу? Значит, разгадка связана с самим замком. Какая-то эмблема или символ? Будет сложно найти. А найти можно только отсюда. Ну, давайте посмотрим. Стоп. Вот. Вон там. Ага. Что внизу, то наверху. Да. Хорошо. Теперь подними телескоп вверх. Что видишь? А, колонны. Похоже, они. Ладно, пойдем туда и посмотрим. По пути захватим Салли и Хлою. Они вон там! Черт! Нас засекли! Чарли, нельзя здесь оставаться! Надо уходить! Ух, ни хрена себе! Это что было? Это Салли! Нет, нет, нет! О, хрена, тварь, а. Так, как там терминатор идет. Где он? Опа. Круто, Салли!
давай попробуем пистолет. Нет, нет, нет! Он убит! Ай, блин. Я подумал, что это наш. Так, блин, слушайте, что-то жестко здесь. Никого нету. Клоуна сюда идут. Круто, Салли! Стреляем во все, что движется. Патроны, патроны. Ой. Ни хрена, а ну-ка спрятаться. Осторожно, их двое! Одного нету. Так, второго тоже. Туда! От башни доберемся до колонн! Давай! Надо их нагнать. Сокровище. Так. Здесь поднимемся? Нет. А. Уж ты какой, блин, а? Вы целы? Руки, ноги на месте. Идем. Тут что-то есть. Рад, что вы целы. Мы тоже. Так, давайте мы посмотрим наш... О, слушайте, загрузилось изображение. Видимо, он на какой-то электронной бумаге сделан. Так. Что внизу, то и наверху. Так, вот стена. Вход в подземелье, где-то здесь. Ну, что об этом пишет Лоуренс? Ничего. Он его не нашел. И какие у нас шансы? Символически, путь лежит между двух столпов. Да? И каких же? Путь. Куда именно? Ну,
в иной мир. Священное место инициации. Звучит так заманчиво. Эй, может за углом? Почему бы нет? Нет, стой. Дай сюда. Хорошо. Теперь дневник. Спасибо. Не верь Дрейку. Где носит Чарли? Кто знает. Нет, нет, нет! Черт! Он исчез. Куда он мог? Эй, Чарли, ты цел? А? Чарли? Что такое? Посмотри. Боже, это что еще за чертовщина? Будем надеяться, доза небольшая. Нет. Спокойно, смотри на меня, Чарли. Я здесь. Нам надо уходить отсюда. Нет, не трогай. Отвали от меня. Ладно, ладно. Никто тебя не тронет. Что на этом дротике? У тебя кожа облезает. Явно что-то галлюциногенное. Чарли, не волнуйся. Уйди. Вы меня не заберете. Никто тебя не заберет. Просто пойдем с нами, ладно? Да. Земля плавится. Надо скорее уходить отсюда. Куда? Придется найти вход в подземелье. И где искать будем? Чарли что-то нащупал, но я не знаю, что. Это жезл мага. Без его дневника нет. Мы точно ничего не найдем. Погодите. Старший аркан. Таро. Мне. Маг Гермес, по-гречески, столб. Надо. Это мы уже проходили. Семь столпов мудрости? Меж строгостью и милосердием. Стоп, все нет. Не так. Нет, не про нет. Свет между столпами. Да. Срединный столб. Равновесие. Что? Так у Чарли не... в дневнике. Столб равновесия двух путей. Между черным и белым. Огнем и водой. Да. Женским и мужским. Да. Срединный путь. Срединный путь. Вот. Салли, помоги мне. Идем. Нет, 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 нет. Не бойся, Чарли. Пойдем. Да, да. Путь вверх и вниз один и тот же. Ага. Вот так. Сюда. Придется здесь протиснуться. Глава девятая. Вы идите вперед. Я с Чарли. Ладно. Нет, нет, нет. Идем, Чарли. Не бойся. Куда меня ведут? Не бойся, тут недалеко. Зачем я вам нужен? Ничего страшного. Не трогай меня! Все хорошо. Не бойся. Не бойся, Чарли. Все, мы вышли. Дальше еще один лаз. Вы идите, я справлюсь. Мы тебе посветим. Давай, почти пришли. Боже, стены вокруг смыкаются. Они смыкаются. Нет, я не могу. Не надо. Хватит. Хватит, 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 хватит. Нечем. Нечем дышать. Мне нечем дышать. Воздух. Надо на воздух. Выпустите, выпустите, пустите меня. Пустите. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо.
Так, а что за... Вот нет, нет, нет. Чарли, идем, осталось чуть-чуть. Не подходи! О, блин. Я не хочу тебя бить. Лучше не вынуждай меня. Тихо, давай поговорим. Я тебя не трону. Я не буду драться, уймись. Успокойся. Я не буду драться, уймись. Лучше не вынуждай. Тихо, давай поговорим. Как ты, блин? Брось, это же я, Нейт! Тихо, давай! Успокойся, ладно? Брось, это же я! Слушай, я не буду... Я не хочу тебя бить! Чарли, стой! Хватит! Чарли, кадр! Господи! Чарли! Он его убьет! Чарли! Чарли! Ты! Ты что? Отойди! Стой! Чарли, ты убьешь Нейта! Чарли, слушай меня! Ты убьешь Нейта! Чарли! Господи! Как ты? Дай помогу. Нормально. Вставай. Все нормально. Нейт, 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 прости меня, дружище. Я... В расчете. Погоди-ка. Ты что, правда хотел пристрелить меня? Как бешеного пса? Да уж. Ну, еще попытка. Я иду первым. Вот ведь. За мной. Нет уж, я тебе спину не подставлю. После вас. Ну, класс. Приставишь мне дуло к затылку и начнешь вещать про кроликов. Мальчики, не ссорьтесь. Ладно тебе. Уже почти все. Ладно, надо идти. Нас будут искать. Опа. Какой-то глобус. Карта. Вот это да! Это глобус? По-моему, он должен вращаться. Это не просто гробница. Вся комната какой-то древний механизм. Где мой блокнот? Ты его сам Толботу отдал? Что? Да брось! И пушку тоже. Вот дерьмо. Надо придумать, как его повернуть. Смотри, канал. В них вроде вода должна быть. Да, вот чтобы воду налить, надо посмотреть еще где. Видите что-нибудь? Так, 4 статуи. Вроде их можно зажечь. Это какие-то проекции. Они отмечают места на глобусе. Зажжем остальные. Еще 2.
Еще одна. Так, теперь надо... Последняя. Удивительно. Но лучи ни с чем не совпадают. Ищем, ищем. Так, давайте теперь посмотрим, как воду включить. Так, здесь есть... Нет? Нет. Так, значит, скорее всего, из резервуара откуда-нибудь налить надо. Туда я не перепрыгну. Ох, блин, далековато. Вода, скорее всего, там. Там проход. Там это где? Сверху. Значит, не все убежали. Назад. Блин, я был так занят этими статуями, что не заметил проход. Опять. Это вода? Не уверен. О, нет. Скажи мне, что ты тоже их видишь. Еще как вижу. Главное не подпускать их. Да ну. Просто стой на свету. Ты что? Я попробую допрыгнуть до той жаровни. Чего? Расчищу путь, как перепрыгну. Если перепрыгнешь, стих. Надо пустить воду. Еще идеи? Если бросить туда факел. О, блин! Да, надо в следующий раз факел бросать. Там внизу еще одна жаровня. Можешь добросить до нее факел? А вот и вода. Иди потяни за тот рычаг. Попробуем. Вот так. Не говори, что придется плыть. В чем дело, Чарли? О, котик боится воды.
Я ненавижу мокнуть. Ладно, еще раз. Ладно, еще разок. Сработало. Он вертится. Теперь он должен повернуться. Вот, другое дело. Эй, по-моему, проекции должны совпасть с континентами. Давай, покрути. Так, а мы сверху посмотрим. Или предлагаете мне покрутить? О! Нет! Вот, твое дело. Эй, по-моему, проекции должны совпасть с континентами. Давай, покрути. Так, ну и чего? Кто крутить-то будет? Я уже покрутил один раз. Так. Там механизм есть, как он покрутить? Господи, нет! Нет! Дурак, что ли? Какое дело? Эй, по-моему, проекции должны совпасть с континентами. Давай, покрути. Здесь крутить-то не... А, стоп. Специальный постамент есть, чтобы встать и крутить. Давайте посмотрим теперь. Нет, не оно. Нет. Пойдемте дальше. Боже, тут еще и в этом надо покрутить. По-моему, это вот это вот. Да. Это оно. Вот это да! Это, наверное, вход в склеп. Идем. Вот же придумают, а? Он так бегает забавно. Так. Сейчас голова закружится. Так, ищем могилу рыцаря. Типа той, что во Франции. Если я прав, там будет вторая половинка амулета. Это он? Да. Как тот во Франции. Обалдеть. Да, здорово. Давайте откроем. Вот и он. Что я говорил? Дай вторую половину. Ты знаешь, она... Она у Толбота. Что? Я же говорил, он напал на нас и забрал ее. А чего мы тогда корячились? Погоди. Доверься мне. Вот. Вот, видишь? Хм. А надпись целиком? Укажет нам путь в Йемене. Большое спасибо. Молодец. Да-да, конечно. Это я себе оставлю. Ладно, пора делать ноги.
Ищите. Они наверняка... А, черт! Нас выследили! Надеюсь, тут есть другой выход. Опять эти клоуны. Так, здесь заперто. О, чувствую сквозняк. О. Эй, сюда. Да, да, тут сквозняк. Может, это внешняя стена? Поддается. Чарли, помоги. Да. У нас мало времени. Давай, ну! Ура! Это я возьму, спасибо. Бросьте оружие. Нет, это вряд ли. Что ж, вот дилемма. Силы вроде бы равны. Ну, пока не подоспели мои люди. Подождем. О, нет. Парни? Чарли. Ах, чтоб тебя. Что ж, это меняет дело, господа. Бросьте оружие. Пошел ты. Катер, стреляй. Нет. Стой. Мы... поняли. Так? Вот так-то лучше. Стреляй. Ах ты, ублюдок. Катер, стреляй. Как скажешь. Бегите! Живо к башне! Пошли, пошли! Бегим! Бросать. Ты бы хоть подмигнул, что ли? Черт. Прыгай, Чарли! Слишком далеко. Что нам делать? Что нам делать? Чарли! Вот дерьмо! Недалеко же ты ушел. Дай сюда. Отвали. Ты ему ничем не поможешь. Я не могу на это смотреть. О, Катер. Ты подавал такие надежды. Ну да. Правда. Большие надежды. И вот... как грустно все обернулось. Ты меня предал. И вот что из этого вышло. Вот так распорядилась судьба. Нет. Нет. Скорее, уходим. Чарли! Ах, мать твою! Тихо, не дергайся. Моя нога... Не трогай! Она сломана. Без тебя знаю. Ты успокойся, Чарли. Дыши ровно. Нейт, посмотри. О, чертовщина. Все, пора уходить. Оставьте мне пушку. Убью их нахрен. Нет уж, мы тебя не бросим. Ну-ка, вставай. Я держу. Держишь. Прикрывайте. Давай. Пошли. Как это возможно? Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик. Вы видели? Надо сваливать.
давай, твою мать, а? Ух ты, ё-моё! Надо мочить его в самом начале. Так. Покажу, сукины дети. Граната пригодится. Вот дебил. Идут за нами. Ой, блин, это что, я щит променял на эту фигню? Помогите открыть! Подождите, где я щит-то взял? Оружие. Бегу. Поехали. Так, скорее! Прости, Чарли. Осторожно! Еще враги! Черт! Блин, опять клоун. Туда, в бункер!
все там соберитесь там. Граната, значит, ее оставим. Нужно! Еще враги! Черт! Да, одна есть. Туда! Готов. Говорит, что все сначала. Это где это я? Надо выбираться отсюда. Держись, Чарли. Еще немного. Твою мать! Проклятая нога! Так. О, автобус. Быстро туда. Ладно. Да, неплохая идея. Здрасте. Там смотреть нечего, честное слово. Давай-ка. Раз, два, молодец. Ничего, ничего. Так, садись. Я поведу. Присмотри за ним. Вот и они. Ну, Салли, жми на газ. Вроде оторвались. Ладно, поищу, где бросить автобус. Давай. Ты как, Чарли? Да превосходно. Слишком большой риск. Ну, жив остался. Я не только про Чарли. Я вообще про все это. Слишком опасно. Нет, 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 нет. Не смей сдаваться.
Если они добьются своего, я тебя никогда не прощу. Не волнуйся, Чарли. Я им не позволю. Да что с тобой? Что ты хочешь доказать? Ничего я не доказываю. Ну да. Что дальше, Нейт? Я собираюсь в Йемен. Ты со мной? Разумеется. Только вот попасть туда – проблема. Ну, есть там один человек. Кто? Ну, нет. Нет, нет, нет. У тебя есть другие предложения? А если… Нет. Ладно. Давай, звони. Йемен. Австралийский полуостров. Елена Фишер, иностранный корреспондент. Привет, Салли. Как поживаешь, милая? Нет, извини, тут это неприлично. А, ну да. Вы можете держаться за ручку. Нет уж. Как ты, Елена? Хорошо, спасибо. Отлично выглядишь. Поскольку жизнь меня ничему не учит, я оформила вам необходимые документы. А, спасибо. Мне не волноваться о том, что у вас в багаже? Конечно, нет. Не. Ясно. Видно, пока нет. Прошу помнить, вы журналисты. То есть порядочные люди. Ты с этим справишься? Она к тебе обращалась. И какая нелегкая занесла вас в эти края? Ну, историей интересуемся. А, вот почему такая спешка? Ну да. Проклятый клад? Нет. Инфернальный злодей? Нет. Не умеешь ты врать, Дрейк. Что? Не умеешь. Давай не будем опять начинать, а? Да я... Где машина? А, вон там. Ну, я пойду отнесу багаж. Нейт, а... Ты его еще носишь? А, да, ношу. В этой стране очень помогает. Вот оно как. Да, так что не обольщайся. А ты свое тоже носишь? Что? А, это, да. Это из-за него вы здесь? Ты не понимаешь. Я наконец доказал. Дрейк лгал о маршруте через Ост-Индию. 400 лет назад он был здесь. И зачем? Это нам предстоит выяснить. Да нет, тебе это все зачем? Я очень волнуюсь. Я способен о себе позаботиться. Я волнуюсь не за тебя. Что, за Салли? Он пойдет за тобой на край света. Не проси, имей совесть. Я не понимаю. К чему ты мне это говоришь? Готовы? Ты нас просто подбрось до города, и ладно. Ну нет уж. Вы теперь под моим присмотром. Я с вас глаз не спущу. Глава 10. Историческое исследование. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, мы и остановимся. Так, давайте мы сохраним игру. С вами был Сахар 3 Тройки на канале ProGamer Television. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.